Масочно-перчатный режим наступил. Та-да-дам! Так, но я сегодня хочу поговорить о перчатках. Очень много людей сейчас вынуждены, кто работает, конечно, в сфере обслуживания, ходить в перчатках, заставляют. Но очень многие люди добровольно надевают на себя перчатки. Давайте разберем такой момент. Я за профилактику, я вообще профилактист. Но если мы с вами одеваем вот такие резиновые перчатки, сейчас происходит очень много с кожей таких вот моментов, как долго, если мы будем носить, то здесь вот такие экземы, раздражения, они неизбежны. И это не защита от вируса абсолютно. И дополнительная бактериальная флора, которая у нас находится на коже, на липидном слое, который защищает нашу кожу от проникновения внутрь различных грибков, простейших, вот здесь у нас липидный слой, то здесь, когда мы долго там находимся, наша кожа, развитие грибков и различных бактерий патогенных просто на раз-два. Если у вас уже иммунитет ослаблен, особенно кожи, вы очень часто пользуетесь вот такими средствами, а сейчас заставляют ими пользоваться везде, то в конечном итоге очень большие проблемы получаем. Так вот, сейчас на рынке есть вот такие гелевые перчатки, я, собственно, о них, защитные гелевые перчатки, которые на основе чаги сделаны. Что, в чем плюсы? Ну, вы просто носите с собой, вот граммовка вообще небольшая, носите с собой вот этот продукт, и что вместо вот этого, то есть это два в одном. И обладает свойством чага, да, у нас это уникальное вообще такое гриб, который в синергии с деревьями набрал в себя огромное количество различных и микро-макроэлементов, алкалоидов, флавоноидов, там и щавелевая, муравьиная кислоты есть. То есть этот продукт вы одеваете, у вас получается, ну как одеваете, да, то есть это гель, наносите на свои ручки замечательные, и у вас образуется такая пленочка сверху, гелевая перчатка, но которая защищает ваш липидный слой, которая абсорбирует на себе все бактерии, грибки простейшие, да, то есть это убирает, с ними работает. То есть чага обладает противовоспалительными, бактерицидными, кровоостанавливающими свойствами, чего только в ней нет в чаге. То есть вы не наносите вред своей коже через вот эти вот вещи, не усугубляете ситуацию, если уже какие-то грибковые вещи были на ногтях, допустим, да, и вы просто дали размножиться этому всему. А наоборот, сделали плюс для своего тела. Друзья, давайте оставаться осознанными.